слушали радиоинсценировку «Тяжелая участь» по повести Антона Амурсанана «Арамзал». Действующие лица и исполнители. Юноша Манже, заслуженный артист Калмыцкой АССР Сергей Яшкулов. Старик, заслуженный артист Калмыцкой АССР Улан Сусуков. Богачев Михабуков, заслуженный артист Калмыцкой АССР Борис Мимеев. Бедняк Ясын, заслуженный артист Калмыцкой АССР Борис Ачиров. Судья, артист Юрий Ярославский. Прокурор, артист Юрий Синявин. Ведущий, заслуженный артист Калмыцкой АССР Юрий Ильянов. Запись 1974 года. Реклама. Мой выбор – Калмыцкий государственный университет. Я декан Зинедачевна Кисе, Института педагогического образования и биологии, приглашаю абитуриента поступать к нам на факультет. Наш факультет в Калмыцком государственном университете – самый один из молодых, создан в 2010 году. Наши специальности на современном рынке наиболее востребованы. Это престижность. Возможность быть востребованным – это профессионализм, это компетентность. Я, декан факультета педагогического образования, приглашаю вас поступать к нам на факультет. Государственный университет. Доступно, качественно, безопасно и экономно. Язык – это средство общения и взаимопонимания. Русский язык – это один из богатейших языков в мире. Таких метафор, сравнений, эпитетов, образов нет ни в одном языке мира. Поэтому, наверное, так сложно перевести поэзию Александра Сергеевича Пушкина на иностранный язык. А мы на этом языке говорим, чувствуем, объясняемся в любви. Вот почему, мне кажется, так важна поправка Конституции Российской Федерации о защите и сохранении русского языка. Радио России. До новых встреч! Московское время 14 часов.